В руках лопаты, грабли, щетки, на лице доброжелательная улыбка. Еще бы, ведь здесь только добровольцы. Общественники, школьники, да и просто неравнодушные горожане собрались вместе, чтобы привести в порядок сквер первопроходцев. Этот дизайнерский ансамбль относительно новый. Его открыли на 30-летие Лангепаса в сентябре 2015-го. Однако меньше чем за 2 года некоторые посетители музея привели в негодность экспонаты объекта. На точных копиях спецтехники 80-х выбиты стекла. Скорее всего, дело рук подростков-хулиганов. Некоторые их ровесники решили реабилитировать современную молодежь в глазах старожил беличьих угодий. Я хочу помочь музею, я отшлифовала краску. Выходной захотела провести просто потому, что я хотела помочь рабочим. Необходимости в тотальной реставрации сквера первопроходцев пока нет, однако косметический ремонт не помешает. Реквизит для массового субботника альтруистам выдали сотрудники музейно-выставочного центра. Убираем во всех кабинах весь мусор, все следы хулиганства за зимний период. Затем те стекла, которые разбиты, меняем. Краска, которая облупилась, зачищаем. Первопроходцы 80-х не могли остаться в стороне от массового субботника, тем более, когда речь идет об одноименном архитектурном ансамбле. Более 40 старожил беличьих угодий вызвались помочь привести в порядок музей под открытым небом. И вот мы приводим в порядок технику, которую работал в 80-е, на славу. Слушайте, а можно мне тоже присоединиться? Пожалуйста. А вообще, помимо первопроходцев 80-х, субботники приняли участие и молодежь, и просто неравнодушные горожане. А все для того, чтобы уникальные дизайнерские ансамбли сохранили свой первозданный прекрасный вид. Организаторы субботника приготовили для всех помощников сюрприз. В советские годы был девиз «Кто не работает, тот не ест». Пока общественники и просто неравнодушные горожане приводят в порядок поселок первопроходцев, Маргарита Филипповна Заяц готовит для них особое угощение. Маргарита Филипповна, что будем делать, что готовить будем? Я готовлю уху по национальной нашей традиции. Значит, у меня здесь окунь есть, щука. Ясь осенний, стерлить тоже осенние. Хранительница традиций северных народов Лангепасе Маргарита Заяц секретов своей знаменитой на весь Лангепас ухи не раскрывает. Но посмотреть, как работает кулинарная кудесница, у нас получилось. Говорит, чтобы любимый ханты суп получился на славу, необходимо несколько видов рыбы. Ясь, щука, окунь. Она готовится из нескольких рыб. Настоящая уха, да. Ну вот сегодня я проводила вот мастер-класс. Дети тут приходили, смотрели, как я это все закладывала, как это все делала. Ну, как бы горожане уже знают, я уже на протяжении нескольких лет готовлю уху, и они любят мою уху. А вот и главные дегустаторы северного деликатеса, первопроходцы 80-х. Облагораживая музей под открытым небом, они изрядно проголодались. Ну да. Что, хорошо поработали и хорошо поедим. Уха на природе – это самое главное, особенно в наше время. Класс, а как полезно для здоровья? Она варистая. Она варистая. Ну и по традиции общее фото на память. Остается надеяться, что труды энтузиастов напрасными не будут. И тем, кто привел в негодность сквер первопроходцев, хоть немного, но стыдно. Никита Рогозин, Олег Басарыгин. Специально для новостей.